В 2003 году администрация Ленинского района совместно с Союзом писателей Московской области решила учредить литературную премию имени нашего земляка, поэта Евгения Зубова. Потом премия несколько лет не вручалась, а с 2007 года возобновилась и стала ежегодной. Присуждается она в 6 номинациях. Троих лауреатов определяет подмосковная писательская организация, остальных – конкурсная районная комиссия. Вообще называют же литературной столицей наше Видное. И для того, чтобы оставалась она литературной столицей, необходимо проявить внимание и оказать поддержку развитию этого литературного творчества, и в частности вот и начинающих литераторов, и уже более или менее себя зарекомендовавших. Когда люди видят, что о них заботятся, их поддерживают, им оказывают внимание, то, естественно, это литературное творчество развивается лучше. Поэт Евгений Зубов оставил в поэзии особый след. Зубовская премия – наглядный тому пример. Она помогла многим поэтам поверить в себя. Когда за твой труд какая-то общественная оценка, это в какой-то степени вдохновляет и, в общем-то, помогает себя чувствовать не лишним в этой жизни. В разные годы премии имени Зубова удостоились многие заслуженные люди. Но именно молодые таланты больше всего привлекают к себе внимание. Одним из лауреатов этого года стала 16-летняя Дарья Иванова. Писать девушка начала 2 года назад. Ее первый рассказ назывался «Человек и пес». Так постепенно ее увлечение превратилось в нечто большее. Сейчас Дарья уже выпустила сборник собственных произведений «Между». Я начала писать, когда поняла, что эмоциями переполняющие то, что я вижу, то, что я хочу передать людям, уже больше не может держаться в моей голове и хочет вылиться на страницу. Этот сборник будет между мной, писателем, и читателями, между творчеством и между жизнью. С каждым годом премия имени Евгения Зубова становится популярнее, и во время проведения юбилейного награждения появилась идея в следующем году организовать более масштабное мероприятие в более торжественной обстановке. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.